Это первый запуск станка, я даже не знаю, за сколько десятилетий. Вот это все стояло, не работало, и только благодаря Алексею, который мне прислал двигатель, я сегодня делаю первый запуск. Это супер. Сейчас глубина прохода, наверное, чуть больше полумиллиметра. Есть небольшой гул от двигателя, но это может еще акустика помещения. Все остальное просто шелестит. Я уже попробовал балеринкой и попробовал сверление. Супер! Фреза 1,4, грубо говоря, 6 мм. Фреза для грубой обработки металла, зубатая фреза такая. Ну, отлично просто. Сверильный патрон Tike, который продают они обычно в комплектах Jacobs, и переходник A2Z CNC одновременной фирмы. Навинчивается прямо на шпиндель, в этот патрон влазит свернут до 6 мм. Итак, включаю. Обратите внимание на звук. Сейчас, извиняюсь за трапезный вид, станок стоит на кухне, потому что просто некуда было его поставить. Его можно включить в квартире и работать на нем часами. Так, начинаю уже который раз сверление делать. Сверло обычная четверка. Ох, очень мягкий вход. Скорость можно поменьше, но это очень удобно. Я не ожидал, что будет такое удобное сверление на станке. Привычнее на пинолью, когда прямая подача через шестеренку. Здесь просто смещается вся голова вместе с двигателем, вместе с шпинделем. Но на тайге это очень удобно. Сверловку делать комфортно просто. Хочется раз за разом ее повторять. Очень удобно. Так, ну теперь можно попробовать еще раз фрезеровку. У меня есть STL Stools черновая фреза по алюминию 1,4. Есть цанга, тайговская некаленая, обычная цанга 1,4. В нее очень туго влазит этот хвостовик. И не весь, не вся, ну не глубоко нельзя засунуть. Ну, хоть что-то. У меня пока цанг GR16 нету. Пока попробую так. Одно из самых удобных вещей на тайге есть вот такая штука, система остановки стопов. Вот по чертежам, найденным в сети, сделал вот такой стопер. Надо еще вторую поставить. Он ставится в нужное место, которое вычисляем. И потом не надо заботиться о том, промахнулся или не промахнулся. Ну вот я установил стопер на какое-то расстояние, включаю. Я впервые пробую стопер на работе. Оп! Очень жесткая остановка. Очень. Класс. Не надо, даже когда вот я поставил линейки на китайский станок, они очень сильно облегчили жизнь, но все равно надо было в конце, если какие-то карманы. Вот, остановка. Здесь очень четкая и жесткая. Есть.
получили с такой из трех. Очень гладко, очень вот шероховатость прямо, ну, чистовая. Это супер. Вот это тот самый звук, который нужен. Стук, стук, стук. Но тем не менее поверхность чистая. Видно круг описываемой фрезой, тем более тут еще вылет фрезы можно менять еще. Второй круг идет, начинает стучать почему-то. Хотя есть смысл, наверное, попробовать очень гладко. Попробовать из родной его, родным лесом. Что я могу сказать? У кого есть сомнения еще, не сомневайтесь, это вещь из вещей. Берите, не задумываясь.